Это наш новый кронштейн TAC-QD. Основная идея была сделать более компактный крон, но на который можно, чем большой кронштейн AK-QD, да, но на который можно поставить любую комбинацию, увеличилку с каликом. И любой, естественно, прицел там 1.8, там 1.6 и тому подобное. Крон весит 150 грамм, то есть бит QD весит у нас 97, этот 150, а большой весит 196. То есть минус 50 грамм, то есть вес половины калика. Естественно, имеет наш обычный быстросъем, узел, да, имеет 11 слотов, то есть поставить можно все что угодно, вплоть до АТЭКа с увеличилкой АТЭКовской. Имеет зажим у нас вот такой вот. Очень многие пытаются его зачем-то затянуть винтиками, хотя в действительности вот этот элемент является накидным ключом. Его можно просто приподнять, переставить. А, все сверху, гораздо проще. Или там усилить зажим, либо поднять, переставить, ослабить зажим. То есть это всего лишь накидной ключ, который всегда есть в комплекте с кронштейном. И который на нем же спокойно... То есть жесткость его регулируется прям? Прям вот ты просто берешь, вот, например, влево, ты его ослабил. Вот он спокойно, да. Если нужно подзатянуть, перекинул. Инструкция лежит на сайте, но тут все само... Это на всех кронах так? На всех быстросъемных. Узел один и тот же. Снимешь? Покажешь его? То есть не нужно вот этот винт затягивать. Он всего лишь служит для того, чтобы сборка под пружины с осью никуда эта штучка не делась. Вот это крончик у нас. Соответственно, вот этот зуб, угу. Вот этот узел. Естественно, у нас встроен интерфейс для АКОГа или для призматика типа Primary Rams. Можно напрямую его сюда прикрепить винтами просто сверху. Вниз. Так, а правильная установка, то есть мы его накинули и до упора загнали. У нас есть лапа отдачи. Она вот в этом месте крон, в этом месте ластохвост упирается. То есть мы его накинули, задвинули просто до упора конкретная точка, закрыли. Считаем, что что-то болтается, открыли, чуть-чуть перекинули накидной. Вот он пошел, накинули, все. Теперь как бы он намертво стоит. А когда в продаже? Он уже в продаже, пойдет через наших, я думаю, партнеров Кварту, в магазин Кварту, можно сказать. Все, спасибо.